Здравствуйте, уважаемые зрители канала Вейкар. Итак, это Suzuki. Suzuki Grand Vitara. Машина очень популярная, часто ставим, да. Вот приехала такая, достаточно свеженькая, великолепное состояние автомобиля, да. То есть видим, хорошая комплектация, есть кнопки на руле, стояла такая простая магнитола, но магнитола, наверное, от слова простая, да. Эта машина была в разработке, вы знаете, порядка 20 лет, поэтому такая и магнитола. Конечно, сюда поставим хорошую мультимедийную систему, 9 дюймов с новейшим экраном, с передней и задней камеры. В общем, потом все покажем, расскажем, как все у нас получилось. Здравствуйте, уважаемые зрители канала Вейкар. Еще раз здравствуйте. Да, мы видели, что здесь было. А была простая магнитола. Теперь посмотрите, какая красота. Наши любимые попугайчики уже на месте. Давайте назад промотаем, чтобы вы видели, что это действительно попугайчики. Вот они, наши красавцы. Видите, как сидят, да? Напоминаю, что магнитола с разрешением 2000 на 1190 точек. То есть это не HD, а супер HD, Full HD, как пишут, да, вот такая прекрасная картинка. Раньше говорил, что каждое перышко, теперь все вообще еще меньше можно детали и различить. К сожалению, камера это не показывает, но поверьте, картинка просто ошеломляющая, то есть вот как это все видит и работает. Ну, она немножко другая, да, помните, что у нас меню чуть другое видим, кнопочки управления не сбоку, а здесь внизу, поэтому вот нажали, вышли на главную страницу. Радио осталось у нас, ну, давайте еще раз, да, чтобы вы увидели, вот такая главная страница. Мы вам говорили, что мы здесь, ну, конечно, подключили руль, поставили все камеры. Это задняя камера, видите, как она HD, вот видим, хорошо показывает, с линиями разметки, да, то есть хорошо, то есть будет удобно и парковаться, и выезжать из-за препятствий, потому что большой угол, будет все видно, да. И мы поставили переднюю камеру, переднюю, вот нажимаем, пожалуйста, переднюю камеру, то есть подъезжать к препятствиям тоже будет просто, да, то есть вы видите все, что перед машиной стоит, она с хорошей картинкой и с хорошей защитой от влаги, говорит производитель, даже можно хоть паром на нее давать, и все будет отлично. Ну, вот мы ее выключили, да, выключили переднюю камеру. Теперь что здесь есть? Ну, есть, конечно, наше любимое радио, да, с иконками от станции «Наш город Санкт-Петербург». Если вы находитесь в другом городе, нажимаем и легко все исправляем, да. Вот видите, написано «Санкт-Петербург». В другом городе будет что-то другое. Кнопки, как вы понимаете, мы все подключили, да, вот станцию у нас, пожалуйста, меняем. Листаем станции, все хорошо. Два экрана делаем, да, при вас. Вот, пожалуйста, допустим, поставим на полэкрана радио. Ну, на второй полэкрана мы поставим что? Навигацию. Навигацию еще не показывает. Сейчас заодно и проверим, как это все работает на двух экранах. Посмотрите, какая картинка. Ну, тут просто все до мельчайших подробностей можно рассмотреть, да. Невский 25. Вот, пожалуйста, Алиса очнулась. Все, пожалуйста, поехали, поехали. Радио, да, я вам говорил, что в двух кранах, видите, оно как переключается. Очень хорошо, очень удобно. Невский, поехали. Поехали, вот все, маршрут построен. Поехали, все быстро, хорошо. Выходим из двух кранов, включаем на большой, выключаем навигацию. Давайте спросим что-то еще у Алисы, да? Дворцовая площадь. Дворцовая площадь, все хорошо, все, поехали, поехали. Точно так же быстро, прекрасно работает, поехали. И еще раз обращаю ваше внимание, очень детальная, очень хорошая картинка, потому что напоминаю, что это супер HD качество картинки. Теперь что мы можем? Ну, выключаем маршрут, сбрасываем, да, другое радио посмотрим. Вот, все тут легко переключается. Напоминаю, что здесь еще есть? Есть разные приложения, которые вы сами можете установить, да, вот, пожалуйста, система CarPlay для владельцев айфонов и не только, да, Android Auto тоже. Работа эквалайзер вот такой, да, у нас есть. Вы звук еще можете построить, как вам будет удобно. Напоминаю, что эти кнопочки находятся не сбоку, а внизу. Вот они убираются. Вот я убрал, опять у вас, пожалуйста, вуаля, большой экран, да. Ну и давайте еще раз посмотрим на наших любимых попугайчиков, красавцев, да. На большом экране, вот как это будет смотреться. Вот, посмотрите, большой экран. То есть у вас из-за того, что кнопки уезжают, их тут нет, экран стал немножко больше. Если раньше он был 9 дюймов, то теперь стал 9,5 дюймов. Поэтому, ну, конечно, не очень видно, но поверьте, мы это увидели, да, и действительно картинка хорошая и стала немножко больше. Вот, смотрите, павлинчик, он сейчас хвост открыл, и смотрите, просто великолепно, великолепно. Других слов про эту магнитолу, наверное, и не придумать. Вот такую магнитолу мы поставили в Suzuki Grand Vitara. У нас, напоминаю, что на складе более 2000 различных магнитол. Приезжайте, все это сделаем. Спасибо вам за внимание, рад, что вы с нами. Всего вам доброго, до свидания.